Великий осьминог неспокоен. Его щупальца приманивают некоторых любопытных заклинателей. Скрытый где-то глубоко, в паутине еще одного обыкновенного дня, он усыпил и готов ошеломить городок Дерн. Лишь герой нашего рассказа не спит, не зная пристальном взгляде с неба и своем собственном силуэте, отражающемся в большом желтом зрачке. Главные тайны сокрыты в самом глубоком из подвалов. И все они хотят быть раскрытыми. Ощущаете ли вы нетерпеливые раскаты грома? Слышите ли вы изменчивый скрип лестницы? Они призывают вас. Всем мурмяу, мои котятки, с вами Флаффи Китти, и марафон, посвященный Хэллоуину, посвящаются. И подумала я, что ни один Хэллоуин, а тем более марафон, посвященный Хэллоуину, не должен проходить без игры, которая либо будет содержать в своем названии Хэллоуин, либо сюжет ее будет посвящен Хэллоуину, либо вообще вся игра будет об одном сплошном большом Хэллоуине. И выбрала третьей игрой для прохождения хэллоуиновского марафона 2019 игру «Злые тыквы. Пропажа Хэллоуина». Это игра 2016 года, но я никогда ее не проходила. Так получилось, что последние годы, если даже я во что-то и играла, то это были либо старенькие добренькие игры для моего канала, ну либо какие-то такие большие игры, которые я просто не снимаю на своем канале, а просто провожу за ними время свое, да, в удовольствие. Поэтому как-то так получилось, то, что эта игра обошла меня стороной. Ну, просто я не следила за новинками маленьких игр, Alavar, Big Fish Games и так далее, Neversoft. Я не смотрела, что они вообще выпускают. А такая игра интересненькая есть. Это жанр игры преимущественно квест, но также, как я почитала по отзывам, здесь имеются поиск предметов. Его совсем немного, он только в некоторых сценах. Преимущественно это все-таки игра-квест, как Мотель Пенумбра, который мы с вами вот-вот прям буквально тоже только начали проходить. Что еще понравилось мне в этой игре, помимо того, что это квест без поиска предметов? Игра очень интересно оформлена, у нее очень необычный геймплей, и она вообще вся какая-то такая волшебная и сказочная, несмотря на зловещее название «Злые тыквы пропажи Хэллоуина». Поэтому хочется мне ее пройти. Также прочитал отзывы, что эта игра очень сложная, и вообще в нее довольно-таки тяжело играть, и нужно быть предельно просто внимательным на каждой игровой локации. Не знаю, как я смогу ее пройти, учитывая, что я вообще просто невнимательна, но тем не менее решила пощекотать себе нервишки злыми тыквами и решила поднапрячь извилины. То есть если в игре «Дрожь», «Призрачный попутчик» и «Мотель Пенумбра», ну как-то все было так достаточно легко и просто, мы шли по сюжетной ветке, находили предметы, тут же их использовали, то «Злые тыквы», видимо, как-то будет отличаться, и здесь будет все не так. Как бы то ни было, давайте запустим игру «Злые тыквы. Пропажа Хэллоуина» и все увидим своими глазами. Ведь сколько людей, столько и мнений. На вкус и цвет фломастеры разные. Вот поэтому кому-то эта игра, может быть, не понравилась, кому-то понравилась, а нас вообще просто поразит. Поэтому всем приятного просмотра игры «Злые тыквы. Пропажа Хэллоуина». И я поздравляю вас с наступающим праздником Хэллоуин. Давайте нажмем «Игра». Итак, что мы видим, когда мы запускаем эту игру? Мы можем выбрать три режима сложности. Это простой, приключение или эпическое приключение. Давайте прочтем каждый из режимов. Простой режим. Сделайте этот выбор, чтобы играть в более расслабленную и доброжелательную игру. Совет и пропуск перезаряжаются медленно. Активные области подсвечиваются. Сцены поиска предметов искрятся, нет штрафов в сцене поиска предметов, доступные локации обозначены на карте. Режим приключения. Изюминка в том, что то, что вы считаете правильным,
может быть оспорено и доказано. Совет и пропуск перезаряжаются медленно, активные области не подсвечиваются, сцены поиска предметов не искрятся, доступные локации обозначены на карте. А эпическое приключение – это… Вы похожи на опытного авантюриста. Мы можем рекомендовать эпический режим, и это достаточно жестко. Кнопки «Совет» и «Пропуск» не работают, активные области не обозначены, сцены поиска предметов не обозначены, локации с доступными действиями обозначены на карте. Ну что, мои дорогие котятки, я выберу, как вы думаете? Конечно же, как и во всех своих играх, предыдущих и будущих, если есть возможность выбрать простой или легкий режим, то есть просто сидеть, наслаждаться игрой, проходить ее и получать кайф, то я выбираю всегда простой или легкий режим. Игра «Злые тыквы» не станет исключением. Простой режим. Что все это значит? Разве ты не спишь? Yes, sure. Да, точно, я просто… Не слушаешься, как всегда. Я, кажется, положил что-то не на свое место. Книгу. Нет. Ты случайно не видел? Нет. Уверен? Да, уверен. Ладно, мне некогда. И я должен доверять тебе. Вау! Начало мне очень нравится, котятки. Озвучка такая прям вот, ну, я не знаю, такая энергичная. Такой маленький человечек. Такой, no, I sure. Классно, слушайте. Обучение. Минуточку. Кто вы? Молчите. Отец не должен услышать нас. Если хотите оставаться со мной, будьте спокойными и полезными. Хорошо. Я обладаю драгоценной книгой папы. Она находится в ящике. Сначала я покажу вам кое-что. Посмотрите там. Откройте мой журнал. Вау, у нас с вами здесь есть что-то подобие дневничка, мои дорогие котятки. Ну-ка, давайте-ка нажмем. Я не такой наивный мальчик, чтобы показывать свой дневник любому. Но вам я доверяю. Для дополнительной информации, представленной в пределах компетенции, журнал будет иногда настраиваться на интерактивную страницу, как это. Продолжать записи. Все хорошо, папа. Страницы, которые будут открываться, станут держать вас в корне текущих событий и раскрывать вам самые глубокие секреты. Держите их при себе, пожалуйста. Чтобы продолжить, переверните страницу. Вау, да, у нас с вами есть какой-то дневник, который мы можем листать. Дизайн моего архитектурного комплекса включает столько переменных, что можно было бы считать его бесконечным. И все же я продолжу. Папа особо бдителен сегодня вечером. Тем не менее, я приведу план в действие. Я исполню его и отчитаюсь о результатах. Я преуспею. Я сделал это! Книга находится в моем распоряжении. В названии говорится «Хэллоуин». Что это может означать? О, что такое Хэллоуин? Это замечательный, мрачный праздник. Так, у нас с вами здесь есть закладочки журнал, есть закладочка «Квест». Пока закладочка «Квест» пустая, есть только журнальчик, да, то, что мы с вами прочитали. Хорошо. Вы должны помнить, что у этого леденца есть эквивалент стоимости на черном рынке дерна. Давайте подберем его. О боже, какой маленький леденец! Чтобы потратить ваш твердо заработанный леденец, пожалуйста, посетите наш незастроенный задний двор. Да-да, следуйте за стрелкой. Ой, как все круто оформлено, котятки. Давайте нажмем на вот эту карамельку. Добро пожаловать в проект улучшения заднего дворя Ван Хальса. Здесь мы обмениваем наши товары на валюту дерна – леденцы. Да, мы сахарные наркоманы и гордимся этим. Выберите любой товар, который вы хотели бы использовать, чтобы украсить двор, и вам отправят его в мгновение ока. Вау! Посмотрите, здесь различные всякие штучки для украшения какого-то двора. Посмотрите, у нас с вами есть одна конфетка. А у всего очень дорогая стоимость. Тут надо очень много конфеток, чтобы что-то купить, котятки. И у меня не хватает сейчас для этого денег. Паук какой огромный, вороны. Пугало огородное.
Котел? Ой, я бы купила котел. Слушайте, это круто. Пойдите на задний двор или назад в игру. А давайте пойдем на задний двор и посмотрим, что вообще мы с вами должны обустраивать. Посмотрите на удручающее состояние этого двора. У вас есть возможности для развлечения. Создание тематического парка ужасов. Стремитесь к расширению штаб-квартиры при дворе Ван Хальса. У вас попросят леденец или много леденцов. Да, я так поняла, у нас попросят много леденцов. Очень много леденцов. Посмотрите, сколько здесь всего. Восторженные привидения. Смертельный пловец. Руки из пучины. То есть на каждое из этих мест продвинутая точилка. Котел. Да, посмотрите, на каждое из этих мест самый медленный альпинист. Мы с вами должны будем что-то разместить. Слушайте, это круто. Мистер Колючка. Так, хорошо. Ладно. Так, это что у нас такое? А, здесь у нас с вами будут, видимо, все предметы, которые мы собираем размещаться. Хорошо, хорошо. Ну что, пока мы купить все равно ничего не можем, поэтому нажимаем назад в игру. Так, что мы с вами теперь должны здесь делать? Так, у нас с вами есть инвентарь, а есть какие-то заслуги. О, театральный фантом, легкая добыча. О, еще какие-то достижения у нас с вами есть. Слушайте, мне это нравится, мне это нравится. Так, ну что, давайте все исследовать. Я вижу, он кровать у нас подсвечивается. Вы нашли часть картины. Хорошо. Инвентарь здесь у нас тоже не закрепляется, как и во многих играх, да? А нет, закрепляется. Посмотрите, есть тыковка, а есть ключик от тыковки. Захотели, инвентарь закрепили. А передумали, то можно инвентарь прятать. Ой, как это тоже здорово реализовано в стиле старых добрых игр. Так, что у нас здесь? С вами что-то у нас активируется. Вы нашли испорченный сэндвич. Фу, лучше выбросить его, прежде чем папа увидит. Да, нужно будет нам с вами испорченный этот сэндвич куда-то выбросить, да, нам подсказывает главный герой. Оу, я нашла еще одну конфетку. 9 часов. Если бы папа узнал все про меня, то он был бы очень сердит. Закрыто. Вау, я нашла еще одну конфетку котятки. Так, больше в этом ящике у нас с вами ничего нет, да? Так, начитавшись отзывов, все говорят, что в этой игре нужно быть очень-очень, просто очень внимательным, поэтому будем все мы с вами рассматривать. Вы нашли часть картины. Хорошо. В чем вы нуждаетесь? Мой секретный сейф. Папа не подозревает, что я держу в нем свои игрушки. Сконцентрируйтесь. Ну, тут не хватает кубика котятки, это же очевидно. Так, а это что такое? Это кружочек у нас с вами там был. Это еще одна конфетка. Слушайте, круто. Так, вот эта область подсвечивается у нас с вами. Начиная с исторических времен, карта для тех, кто исследует. Ну-ка. Моя старая испытанная карта пришла в негодность. Приключения — это весело. Но они откалывают кусочек за кусочком вашу навигационную осведомленность, пока вы не потеряете ее вовсе. Я должен найти или сделать недостающие части. Так. Ага, квесты у нас не активировались, то есть не появилось ничего нового. Сейчас задача найти или сделать недостающие части. Хорошо. Нет времени, чтобы играть прямо сейчас. Ой, осьминожка. Он все равно болтается. Я должен взять его и приспособить для другого. Вы раньше были моей любимой игрушкой, Бенджамин. Теперь посмотрим на ваше состояние, сжимающий человек. Я имею в виду моллюск. Прикольно, слушайте, я должна буду здесь отрезать глаз, но мне нечем его отрезать. Этот карандаш туп. О, значит, нам надо будет его наточить. А это что за кружочек? Оу, еще одна конфетка! Да я богач! Что-то отсутствует. Но я так понимаю, у нас с вами нет как вот этого окуляра, да? То есть части, с помощью которой мы будем смотреть в этот телескоп. Ну, либо здесь не хватает стекол, да? То есть линз. Карандаш туп.
Ах, рабочий стол – это место, где мечты рождаются и умирают. Ой, слушайте, как круто. Так, фотографии у нас с вами не активны. А вот еще кровать подсвечивается, котятки. Воу! Ничего себе! Что это было? А ведь я чувствовала некоторые подергивания в голове. Что это такое, котятки? А, это кнопка «Совет» у нас так оформлена. Слушайте, получается, когда совет заряжен, то эта летучая мышь на пружинке, она торчит. А когда совет перезаряжается, то мышка прячется в коробочке. Ой, слушайте, здорово, здорово. Так. Ну, сюда я должна применить как минимум эти две свои фигурки, которые я нашла, да, мои дорогие котятки? Так, ну давайте будем. Так, картину надо несколько перестроить. Каждая плитка должна соответствовать своему месту. Не торопитесь, это не гонка. О, да, мне нравится то, что происходит здесь, в этой игре. Так, мы просто должны будем их перемещать по принципу пятнашки, да, котятки? Я так понимаю. Так, ну, допустим, это у нас был низ. Это у нас с вами будет бок. Вот это бы тоже вот сюда разместить. Я понимаю, полагаю, что это отсюда. Так, а здесь у нас должен быть какой-то уголочек. А у меня уголочка-то и нет. Зато есть у меня вот такая... А, вот же уголочек. Подождите-ка. Ой. Вот так вот. Нет, не так. Ой, в пятнашках я заметил, что я не особо сильна. Что-то я запуталась, котятки. Отвлеклась, вот просто отвлеклась. Все же вроде шло нормально. Что не так? Что сломалось? Так. Пусть вот так будет. Нет, в тот угол нам вообще ничего нельзя загонять. Это неправильно. Так, а что здесь-то у нас вообще будет тогда? В этом краюшке. Надо же центр мне еще тоже как-то подсобрать. Тут летучая мышь. Тут край летучей мыши, наверное, вот это будет. Да. Да, пятнашки — это не самая сильная моя сторона, котятки. Ой, я почему-то думала, что вообще все будет очень легко, а что-то тут ничего и не легко. Вообще ничего легкого-то и нет. Что-то я все это перемещаю туда-сюда просто-напросто. Все. Картинка-то у меня не складывается. Да, посмотрите, я просто так туда-сюда так и мотаю их. Вот что значит не уметь собирать пятнашки. Нет, обычно я такие головоломки очень легко и быстро прохожу. Что-то сегодня не то со мной. Может быть, полнолуние сегодня за окном, котятки? Я вот здесь застопорилась, потому что я просто не понимаю вообще, как мне все это сдвинуть-то теперь красиво. О, что-то сдвинуло, что-то получилось. Вот это, наверное, продолжение. Да, это продолжение, это меня радует. А это что такое? Это низ? Это, наверное, низ, вот эта часть, да? А низ откуда? Так, сейчас попробуем подогнать туда.
Ой, у меня даже вот здесь уже картинка собралась. А я все еще низ не могу собрать. Да. Вот что значит не играть в такие головоломки. Да, все правильно, это низ. Это однозначно был низ. Так, а теперь как здесь-то мне? Вот эту летучую мышь-то мне сюда теперь. Как вернуть на место? Не люблю долго сидеть, проходить игрушки. Вот эти мне плитки местами надо поменять. А как мне это сделать? Так, ладно, давайте будем вот по такому принципу действовать. Так, это сюда мы поставили. Ну и опять сейчас будет то же самое. Нет, в пятнашках я не сильна все-таки, котятки. Вот хотите, смейтесь, хотите, нет, хотите, обсыпайте меня какими-нибудь словами. Но я сейчас не могу собрать эту простейшую картинку. Где-то изначально что-то я сделала не так. И сейчас просто все пошло не тем путем, каким должно было. Это сейчас должна быть... Вот это сверху должно быть. Тогда уж, да? Она всегда должна оставаться сверху, чтобы я могла ее поставить на место. Так. Отлично. Отлично, котятки. Если долго мучиться и не терять присутствие духа, то все обязательно получится. Имейте это в виду. Итак. Книга Хэллоуин. Ну-ка. Уф, это невероятно. Папа даже не подозревает, что у меня есть его секретная книга. Я закрыл ее в ящике, прежде чем он увидел бы ее. Я все еще слышу его шаги за дверью. Я должен быть очень осторожным. Книга в моем распоряжении. Срочность имеет первостепенное значение. Ой, как мне нравится то, что здесь использованы такие умные, заумные слова. Так, это что подсвечивается? Вау! Еще одна конфетка, мармеладный мишка. Только другой вторник. Пора начать новую страницу. Октябрь 30-е. Завтрашний день мы проведем с отцом раздельно. 31 октября он всегда делает свои секретные вещи. Вот почему я взял его книгу. Частично, по крайней мере. Просто еще один вторник. Да, просто еще один вторник. Накануне Хэллоуина. Так, что мы можем с вами сделать? Так, испорченный сэндвич, его нам надо выбросить. И книга Хэллоуин. Кстати, а почему я мусорку не могу его выбросить? У нас мусорка-то не активна. Так, тут ящик, который заперт. Нам нужен ключик. Может быть, тогда книгу на стол? Вау! К нам прилетела какая-то сова, котятки. Кто? Я кто? Имею в виду... Привет! Привет! Кто вы? Что значит кто? Я? Кто? Что? Подождите. Как я могу... понимать этого кто? Кто скажет вам? Ну, если кто-нибудь что-нибудь об этом знает, это была бы говорящая сова. Не так ли? Я не говорящая сова. Это вы стали слышащим мальчиком. О, я не знаю. Как сделалось? Просто вы получили особые способности. Эта ваша книга освободила достаточно волшебной энергии, чтобы я ощутила ее за много миль отсюда. Видимо, ожидаются некоторые изменения. А это хорошо или плохо? А что мне с этим делать?
Наблюдайте, узнайте, что это за тайны, наслаждайтесь ими. Это то, для чего существуют зачарованные книги. Когда вы почувствуете себя готовым для разговора, встретимся перед вашим домом. Не очень неудобно общаться так. Хорошо. Новый квест. Зачарованная книга. Говорящая сова по имени Кто? Шаги папы, кажется, удаляются. Возможно. Книга волшебная. Я знал это. Я смотрю ее внимательно и исследую скрупулезно. Я найду способ расшифровать ее тайны. Я изучу ее и изучу ее волшебство. После долгого размышления я, возможно, просто прочитаю ее сначала. Сова сказала, что она будет ждать меня снаружи. Ага, совушка будет ждать нас снаружи, и у нас с вами появился квест. Зачарованная книга, говорящая сова по имени Кто. Исследуйте книгу Хэллоуина и отчитайтесь перед Кто. Так, давайте исследуем книгу Хэллоуина и отчитаемся перед Кто. Помните о страхе? Прежде чем нырнуть в вихрь приключений и погрузиться в историю воспоминания былом, помните о влиянии страха. Некоторые воспоминания лучше оставить в забвении. Но если вы пытливый исследователь и доблестный авантюрист, то смело шагните в бассейн ужасов, коим является эта история пропажи Хэллоуина. Мой мозг не в состоянии осознать то, что видят мои глаза. Безумие! Почему кто-либо праздновал бы ненависть и пытки? Действительно ли этот Хэллоуин был так ужасен, что мой отец принял решение скрыть правду, но не позволить мне открыто посмотреть ей в глаза? Он не такой старый, Аттикус Ван Хайльс, делающий правильные вещи. До сих пор. Ага, мы с вами новую главу, да, прочитали, новую страничку в нашем дневнике, в которой мальчик говорит: ничего себе, оказывается, Хэллоуин это был страшный праздник. Давайте прочтем. Это должно быть было ужасно. Помните о страхе. Так, а что это? Вся книга? Больше ничего здесь нет? Нет, она листается, котятки. Твердо убежден в необходимости передачи эстафеты знаний, какую бы форму они ни принимали. Без страха и преувеличения я могу утверждать, что как бы там ни было, такого страшного праздника, такого ужасающе отвратительного, каким был последний Хэллоуин, больше не должно быть. Зловещий день последнего праздника, 31 октября, некогда столь любимый всеми детьми, стал днем страданий и обреченности. Трехдневное празднество обернулось принудительным трудом, голоданием и сбором непосильной пошлины с детей. Волосы вставали дыбом от несправедливости по отношению к детям всего мира. Этот год был апофеозом эксплуатации детей и демонстрации бессилия взрослых. Так, то есть, если я правильно понимаю, что некогда, когда-то, давным-давно, 31 октября, Хэллоуин был испорчен тем, что вместо празднества люди занимались трудом, голодали и даже детишек заставляли работать. Почему? Кто это допустил и зачем это вообще сделали? Это же, ну, плохо. Хэллоуин – это вообще очень-очень-очень много лет уже отмечается этот замечательный праздник. 31-е – это завтра. Ой, к счастью, нет ничего отдаленно похожего на Хэллоуин сегодня. Почему же это называют праздником? Да, котятки, сейчас все-таки Хэллоуин празднуют более весело, более забавно, то есть наряжаются в костюмы, собирают всякие... поделки мастерят, угощения готовят. Сейчас более все весело. Вот когда-то было все более грустно. Я так понимаю, что на этом и завязана, да, вся наша игра. Тогда бросьте внимательный взгляд на книгу. Так я уже ее изучила. Разве это праздник? Это должно было быть ужасно. Так, нет, книжку мы с вами всю изучили. Ты должен помочь мне. Посмотри на меня. Я логарифмический. Я вижу то, что и вы видите. Не понимаю. А, понял. Месяц. Луна.
То есть я нажимаю на значок луна, и мальчик озвучивает, что это луна. Так, а здесь я что-то могу куда-то еще понажимать? Нет, здесь я больше никуда не могу нажимать. Так, хорошо. Так, что еще мы здесь с вами можем сделать? Да больше ничего, да, я так понимаю? Уф. Отец действительно ушел. Теперь давайте посмотрим, что происходит. Собирайте летучих мышей, чтобы использовать больше подсказок. Отлично, собрали летучую мышку. Уф, папа действительно ушел. Позвольте мне показать вам кое-что. Заметили корзину с клюшками в углу? А не хотите ли взять одну? Хочу. Надеюсь, папа не заметит, что одна из его клюшек отсутствует. Мы нашли клюшку. Это клюшка для гольфа, помечена как потенциальная часть бэк-пояса. Поэтому и помечена маленькой звездочкой. Да, посмотрите, где клюшка, там маленькая звездочка. Все, что будет считаться сомнительным действием, как обычно, будет указано дополнительно. Теперь давайте нажмем на нее, чтобы увидеть то, что произойдет. Каждый объект со звездочкой требует дополнительных воздействий. Вы можете разъединять объект, объединять с другими предметами из вашего инвентаря или воздействовать на них инструментами. Вау! Вау! Я раскрутила клюшку и получила трубку. Слушайте, котятки, то есть если в нашем инвентаре что-то помечается звездочкой, то мы обязательно должны с этим предметом как следует поработать, иначе мы очень много чего пропустим. Хорошо, запомнили. Что мы сейчас имеем? Испорченный сэндвич и трубку. Я, правда, не знаю, для чего все это, но, как бы, видимо, где-то в последующем мы все-таки с вами используем. Так, я вижу одну маленькую такую конфеточку здесь, котятки. Так. Что еще здесь у нас есть? Лошадка. А что, мы ее просто качаем, и вылетел кубик у нас с вами? Вы нашли кубик с буквой. Вау, а я знаю, куда нужно использовать кубик с буквой, котятки. Вот сюда. В чем вы нуждаетесь? Информация. Все, что происходит, растворяется во времени. Ключ. Все, что мне нужно. Что мне делать? Я должна собрать здесь из этих букв какое-то слово. Наверное, слово ключ. Как по-английски будет ключ? Кей? Ой. Давайте наберем слово кей. Ключ от прикроватной тумбочки мы с вами нашли, котятки. О, слушайте, это круто. Давайте используем. Вы нашли свой бэк-пояс. Множество приключений ожидает вас. Это еще что такое, котятки? У вас появилась панель бэк-пояс. Следующая за панелью инвентарь. Используйте инструменты из этой панели на всем протяжении игры. Вы должны использовать эти два материальных запаса непременно. Ага, то есть у нас с вами будет какой-то инвентарь, а еще у нас с вами есть бэк-пояс, в который тоже будут собираться предметы. Посмотрите, здесь какие-то кармашки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9 кармашков, и что-то в них мы будем хранить. А потом использовать на протяжении всей игры, я так понимаю. Да? То есть если из инвентаря предмет исчезает, то из бэк-пояса они исчезать не будут. Ладно, ладно, посмотрим, посмотрим, так ли это. Без моего бэк-пояса приключения не получится. В нем были самые любопытные инструменты, использование которых в обычных условиях считается невозможным. Если бы только я мог найти некоторые из моих старых бэк-инструментов, мы решили бы эту проблему в мгновение ока. Да, то есть бэк-пояс – это очень важный предмет в этой игре. Слушайте. Меня все это все затягивает и затягивает. Очень интересно все здесь оформлено. Какие-то конфетки, обустройство заднего двора, какой-то бэк-пояс, отдельный инвентарь. Ух, очень круто. Так, ну что? Книжка у нас до сих пор подсвечивается. А, тут, наверное, не книжка подсвечивается, а карандаш и телескоп. Скорее всего, я так думаю. Так, ладно, выйдем пока отсюда. Так, что еще здесь есть?
Здесь есть какие-нибудь конфетки? Все надо смотреть очень внимательно. Это что такое? Отличное место для секретного отделения. Мы можем трубочкой... Где я слышала такой звук в прошлый раз? Ах, да, в моем предыдущем неправильном выборе. Нет, то есть здесь мы сможем отодрать это чем-то другим. Это что такое? Идите вперед, рука об руку, двумя руками, голыми руками, голова сверху. Идите вперед, заранее проклятые, защищайтесь, прочь отсюда, из ночи мертвых. Что перед чем? Заранее? Что? Я не хочу быть проклятым! Таинственная поэзия сомнительного качества походит на бред сумасшедшего. Давайте подумаем и одержим верх. Давайте заглянем в дневник, котятки. Какое любопытное стихотворение. Две руки с голыми руками. Это должно иметь некоторое отношение к стрелкам часов. К стрелкам часов две руки с голыми руками. Ограничение ночь в полночь. Если бы мой папа принимал решение, то полночь была бы в 10 часов. Хорошо, что это не так. Угу. Какой-то странный стих мы с вами нашли. Идите вперед, рука об руку, двумя руками, голыми руками, голова сверху, идите вперед, заранее проклятые, защищайтесь прочь отсюда из ночи мертвых. И сверху часики нарисованы. Возможно, что это ответ на какую-то головоломку. Ой, подождите, я пока не хочу вниз. Так, лошадку мы уже с вами... Я просто люблю вид лепестков, сыплющихся за стеклом. Гипнотизирует. Похоже на пойманную радугу. Мне бы такое окно в моей комнате. Ой, так здорово здесь все, можно сказать, анимировано. А вот что такое? Заводной ключ отсутствует. Какие-то часы, котятки. Может быть, про эти часы нам с вами говорили? И здесь мы должны будем что-то делать. Возможно, возможно. Пока ничего не понятно. Так, комната отца. Ой, я надеюсь, отец не там. Вау, у нас с вами что-то подсвечивается. Посмотрите-ка, котятки. Давайте-ка туда нажмем. Так, это у нас с вами сцена с поиском предметов, я так понимаю. Нам с вами нужно найти три маски. Я не знаю, что это такое, похожее на серпантин. Очки, матрешку, канделябр. И три какие-то малюсечки. Кстати, я вижу часть матрешки, давайте ее соберем. Ага, то есть желтым силуэтом выделены вещи, которые просто так не собрать. Слушайте, это интересно. Так, нашла один камушек, вот нашла второй камушек. Нашла одну маску. Это не камушек. Это все тоже не камушек. А это что такое? А, вот он еще один камушек. Отлично. Так, канделябр, очки выделены желтым, значит, просто так нам их не собрать. Веер зато я вижу. Так, вот это что такое, я не понимаю. Это какие-то кружочки, посмотрите, Катя. Ой, очки! Вот они, посмотрите. Но в очках не хватает линзы. Что может отсутствовать в подсвечнике? Неразрешимо. В подсвечнике отсутствуют свечи. Значит, нам сюда нужно будет с вами еще две свечи разместить. Вот, кстати, я вижу одну свечу. Может быть, это ремень? Да, действительно, это был ремень. Ой, следующий предмет — бинокль. Я тоже его видел, я знаю, где он. Так, потом какая-то бирка. Какая-то бирка. Не знаю, что за бирка. А вот она и пуговка. А вот она и еще одна свеча. Отлично. А вот оно и стеклышко от очков. Замечательно. Так, какое-то то ли украшение, то ли что. Рыбка, бирка и две маски. О, одну маску вижу. Бирка, рыбка. Бирка, рыбка. Поиск предметов, котятки, да, все как вы любите. Все-таки он присутствует в этой игре. Не совсем, не в чистом виде квест. Но для разнообразия я считаю, что поиск предметов иногда должен быть. О, вот она, бирочка. Так, где у нас с вами рыбка? Еще одна маска и какой-то кружок. То ли это украшение на шею, то ли это браслет.
Но у меня мыслей пока никаких нет. А вот она, кстати, и рыбка у нас с вами была замаскирована на скрипке. Так, еще одна маска и вот такой вот какой-то браслетик. Или просто кружочек. Не вижу. А, вот это же полумесяц. Это символ полумесяца. Посмотрите, его замаскировали под ракетку. Это очень круто. Так, ну и последняя карнавальная маска у нас с вами осталась. Еще ее называют венецианская. Давайте воспользуемся советом. О, он в шкатулке был. Этот предмет. Ничего себе. Вы нашли ключ от подвала. Вау, это невероятно круто. Слушайте. Так, а я вижу здесь вот конфетку. И вот это, скорее всего, конфетка. И здесь на кровати тоже конфетка. Как много здесь конфет. Так, что еще здесь есть? У взрослых есть привычка размещать вещи так, чтобы они казались аккуратными и не вперемешку. А у меня есть способ перемешать их. Отец имеет привычку пересматривать наказание. Да. У меня есть способ перемешать их. Так, здесь нам с вами ничего не нужно. Я разберусь с этим. Мне будет нужна ручка для шкафа. Ага, здесь нам с вами нужна будет ручка для шкафа. Запомнили? Путь в 1000 миль начинается с одного шага. Ой, какая хорошая фраза. Дороги разбегаются. Каждое приключение – путешествие. Или наоборот. Я забыл. Так, у меня еще здесь штору подсвечивает, кстати, котятка. Игла. Я должен найти нужный инструмент. Нельзя уничтожать вещи. Отец взбесится. Здесь зашито. Нужно разрезать шов. Так у меня пока нечем. Так, что еще? Что еще? Птичка. Мне нужна какая-то заплатка. Что же выпрыгнуло из твоей груди, Тедди? Кто-то призывает Рипли. То есть на все предметы можно нажимать по нескольку раз, мои милые, да? Он будет говорить три разные фразы. Это круто. Когда я увижу законченное перо, я улыбнусь и скажу, ах, это уже лучше. Так, то есть нам нужно с вами собрать будет перышко, да? Давайте сделаем это. У нас здесь, видите, есть ограничители, поэтому очень легко собрать это перышко. Успешный открыватель. Ученик кодировщика. Вау, я получила какую-то заслугу, котятки. Посмотрите, начинающий взломщик. Обучался открывать шкафы. Первая тыковка на этом дереве разблокирована. Слушайте, мне это нравится, что здесь есть еще система достижений. О, птица смотрит на меня недружелюбно. Наверное, я должен проигнорировать ваш совет. Птица может причинить мне боль. Я знаю, что это просто птичка, но я боюсь тем не менее. Давайте отвлечем ее. Так, а чем мне ее отвлечь? Пусто, как в пристальном взгляде моего папы. Вы хотите наполнить кормушку щелчками? Я знаю, что немного еды отвлекло бы ее. Так, а где мне взять еду? У меня есть испорченный сэндвич, но явно испорченным сэндвичем кормить птицу нельзя. Есть правильный путь и неправильный путь. И я не выберу прежнего. Сэндвич нам сказали выбросить. Значит, мы его где-то должны будем выбросить. После игры «Темная аллея. Мотель Пенумбра» я прям очень тщательно читаю все диалоги и все высказывания, которые говорит главный герой. Потому что в «Мотеле Пенумбра», если не читать то, что говорит герой, и не слушать, то вообще проходить игру можно часами. Так, ну что, я так понимаю, нам здесь больше-то ничего и не нужно. Так, здесь нужна ручка от шкафа, здесь нужно чем-то что-то разрезать. Птичку накормить. Тогда давайте выйдем. Тогда давайте выйдем. Так, здесь нам тоже нужно будет чем-то что-то подцепить. Почему мой дом вдруг превратился в развлекательный аттракцион? Давайте отковырнем дощечку. Отличное место для секретного деления. Да, на все вещи нужно нажимать по 3 раза, котятки. Вестибюль. Так, что я вижу? Я в первую очередь вижу здесь конфетки. Смотрите, 1 конфетка, 2 конфетка. Так, это что такое? Тоже конфетка.
Так, что еще, с чем можем взаимодействовать? О, посмотрите. Ручка. Мы нашли с вами ручку. Слушайте, а не от шкафа ли она родителей случайно? Да. Она от шкафа родителей, котятки. И мы здесь с вами нашли семена. А что, если семена сейчас отдать птичке? Вы нашли часть карты. Вау, слушайте, это круто. Значит, здесь головолом. Из головоломок нам остался мишка, которого нужно залатать. И подушка, которую нужно разрезать. Так, давайте теперь вернемся в комнату и соберем карту. Просто еще один кусок. Где он может быть? Не знаю. Ну-ка, дневник нам ничего на это не говорит? Нет. Дневник нам на это вообще абсолютно ничего не говорит. Ладно. Так, давайте спустимся в холл. Может быть, мы найдем там, я не знаю, ножницы для того, чтобы разрезать подушку. Или какую-то ткань, чтобы залатать мишку. Так, что еще есть? Иногда я вижу, что папа переставляет их. Папа часто проводит время перед теми фотографиями, вспоминая о чем-то. Я думаю, тут есть фотографии почти каждого года его детства. Много тайн скрыто там, и только глаза моего отца могут расшифровать их. Ой, слушайте, мне так нравится то, что говорит этот герой. Он так это все, ну вот, я не знаю, душевно раскрывает. Это так все очень круто, много тайн. Какой витраж красивый. Мне очень нравится вообще атмосфера в этой игре. Ой, конфеточка. Вы нашли книгу. Наждачная бумага. Дон Кихот. Воинственная комедия. Поцелуй идущего ботаника. Великое движение. Проклятие Робинзона. Вау, он все книги озвучивает, да? Нет, он не озвучит, он повторяет. Великое движение. Проклятие Робинзона. Все, здесь больше мы ничего сделать не можем. Так, посмотрите, у меня книжка и наждачка активировались. Страница пахнет травами. Это должно было быть гербарий. Почему бы нам не сделать нечто подобное снова? Да, я тоже раньше, когда была маленькая, я вкладывала собранные на улице осенние листья между страничками книг и потом получала засушенные листочки, например, клёна, да, или березы, или осины. И я прям вот раньше действительно знала все деревья, как они выглядят, как выглядит лист рябины, например, как выглядит лист ясеня. Ой, и действительно, книги потом начинали пахнуть травой. Так, ну мне пока нечего сложить, никаких листиков у меня нет. Довольно большой кусок. Господин Сэндман, принесите мне... хорошо, что вы хотите, чтобы я сделал? Кусок слишком большой, чтобы пользоваться. Так, а это у нас что, наждачная бумага? Ну, скорее всего, мы наждачную бумагу с вами будем разрезать и куда-то использовать. Вау, закрыто. Так, хорошо. Здесь закрыто, здесь мы ничего с вами больше сделать не можем. Так, ну тогда давайте выйдем во двор. Нас там ждет совушка наша прекрасная. Так, у меня тут, смотрите, кусты подсвечиваются. Вау, мы нашли каменную тыкву. Вау, ничего себе. Кстати, посмотрите, под скамейкой валяется конфетка. Еще одна конфетка. 10 плюс конфет у нас с вами. Так, а на скамейке что? А на скамейке мы нашли доску. Ничего себе. Так, что еще здесь у нас с вами есть? Вестибюль дома. Окна не спят. Лучше придержите сдержанной позиции. Я всегда знал, что наш дом обладает собственной энергетикой. Ну, волшебная книга – это хорошее начало, я полагаю. Да, действительно. Это хорошее начало. Так, что нам дальше-то нужно? Здесь мы уже были, получается.
Здесь мы тоже были. Ничего использовать пока мы из этого не можем. Так, здесь у нас мишка с заплаткой. Кровать, которую нужно распороть. Точнее, подушка. В комнате мальчика у нас карта. Тупой карандаш, телескоп. Так, ну тогда надо просто идти дальше. Какой красивый дом, котятки. Просто обратите внимание, какие окошки. Какая форма причудливая. Локации просто потрясающие. Просто очень красивые. Так, ладно, идем к какой-то статуе. О, мистер Сова. Вот тебе на. Кто тебя ждал? Well, you, ну, вы, наверное. И что теперь? Книга. Вы смотрели в нее? Вы видели знаки? Знаки? Каждый, хотя бы в половину респектабельный книжный чародей, оставляет после себя некоторые подсказки для расшифровки. Любой, кто знает что-либо о чем-либо, знает это. Эта фраза меня жутко смущает. Что я должен делать? Следовать указаниям. Найди способ расшифровать первое заклинание. Тогда найдете другую кто. Простите. Еще одну подсказку. Прекрасно, отлично. А вы, случайно, ничего не знаете про Хэллоуин? Хэллоу-ю? Вы и ваши человеческие пустяки. Вы никогда не научитесь. Вы позволяете волшебству произойти только в специальные дни. Мой мир отличается. В моем мире волшебство каждый день. Иди дальше. Открой для себя магию. Она расскажет тебе все, что стоит узнать. Квест выполнен. Зачарованная книга, говорящая сова по имени Кто. Обновление. Зачарованная книга. Так, давайте заглянем в дневничок, котятки. Сова говорит о подсказках в книге. Она говорит, что волшебство может быть разрушено при помощи подсказок, оставленных почтенным наполовину книжным чародеем. Держу пари, что луна – это подсказка. Да, у нас с вами на страничке была нарисована луна. Не знаю, что это за подсказка. Итак, узнайте и используйте подсказки в книге Хэллоуина. У нас с вами была там луна. Что делать с этой луной? Кстати, что это такое? Почему эту статую накрыли? Теряется смысл, не так ли? Издалека это действительно напоминает призрак. Да, издалека это все выглядит очень страшно. Но какая у нас красивая луна, посмотрите, котятки. Это старое дерево прекрасно смотрится на моем дворе. Если бы я умел делать карты, при этом рисовать и чертить. О, да. Так, это что такое? Мое самое большое достижение, по словам папы. Вы нашли лист одуванчика. Ах, зеленые листья. Прощайте, прощайте. Я просто люблю шелест листьев. Так, а здесь еще получается что-то. Тут растут одуванчики по кругу, и мы с вами собрали листья одуванчика. Вау! А еще здесь пряталась одна конфетка. Ой, ну игра, как котятки, просто очаровательная. Ну вот действительно, прям вот куча листьев. Почему бы в них не прыгнуть, да? Или, я не знаю, не рассыпать их вокруг себя. Как в игре Sims 2. Там можно было, или в Sims 3, листья куча сгребать, потом в них прыгать, играться, либо их поджигать. Так, отлично. Так, что еще здесь у нас с вами может быть активно? Больше ничего. Так, слушайте, может быть, сейчас мы можем в книгу поместить эти листики? Некоторые вещи лучше оставить в покое. Нет, значит, листики сюда не используются. Очень странно, почему. Тут же написано про гербарий. Фонтан. Вау. Когда-то, могу поклясться, он был живым. Если бы он разговаривал, то я спросил бы его о Нотр-Даме. Или бы в жаркий день я бегал и брызгался. Да, когда-то, видимо, фонтан работал. О, смотрите, конфетка. О, а вот и еще одна конфетка. А вот и малюсенькая третья конфетка. Как все хорошо. Слушайте, урна. Фигня. Мусор. Почему я это делаю? Фу, это воняет. Я думаю, что чувствую то, что лежит у меня в кармане. А, точно, у нас с вами есть испорченный сэндвич. Минутку, я видел что-то. Неужели сделать это придется мне? Ох. Я чувствую какой-то запах. Не мой.
и он уже давнишний. Так прекрати болтать и покопайся в отходах. Так, а что мне нужно сделать? Что мне нужно найти, котятки? Просто дойти до дна. Вы нашли смятую газету. Так, а все обратно нужно в мусорку складывать или нет? А если расправить газету с помощью книги? Я должен позволить ей покоиться там, где я ее нашел. Это приятное обустройство. Вы нашли книгу с газетой. И что мне с ней делать? Может быть, мне ее обратно на полку отнести, котятки? Как вы думаете? Если она здесь стояла. Мы должны ей позволить полежать здесь некоторое время. Нужна какая-то тяжесть, чтобы волшебство сработало. Я мог бы использовать утюг или железо. У меня есть каменная тыква. Нет. Некоторые вещи лучше оставлять в покое. Так, нам еще что-то тяжелое с вами нужно будет найти, да? Хорошо. Так. Я бы не делал этого на вашем месте. Дёрн довольно далеко, и я бы настоятельно рекомендовал использовать карту. А, то есть мы еще не можем никуда с вами пройти, да? Так, а что у нас с вами здесь еще есть? Почему у нас активна с вами урна? Так, ну больше же здесь ничего нет, а нам что-то нужно сюда выкинуть? Корзинка, перчатка, мячик, кружка, пружинка, колосок, термос. О! Мы с вами нашли пинцет. А как мы на него сразу внимания-то не обратили? Котятки, он же лежал вообще прямо на краю урны. Так, что еще у нас с вами здесь активно? Слишком тяжело для такого мальчика маленького, как я. Дайте мне рычаг, и я перемещу... Ну ладно, камень. Так, а давайте доской. Если ему нужен рычаг, то давайте... Что-то закопано. Глубже, копайте. Что-то закопано. А что мне, чем копать-то? У меня лопаты нет. У меня есть трубка, ключ от подвала, игла... Наждачная бумага, каменная тыква, листья дуванчика и пинцет. О, может быть, пинцетом? Ах, выбор делаем мы. И неудачи мы берем на себя. Нет, следовательно, здесь у нас с вами... Больше делать нечего нам с вами здесь. У нас с вами теперь есть ключ от подвала, так что давайте отправимся в подвал. О, там что-то страшное, котятки. Том – газетный обрывок. Старый и смятый, но если применить достаточное усердие, вполне может добиться хороших результатов. Разглаживание занимает время и требует терпения, как вы знаете. А, то есть нам нужно будет еще забрать этот газетный обрывок потом. О, сцена с поиском предметов активировалась, котятки. Давайте, давайте, начнем. Итак, что мы с вами здесь будем искать? Клубок пряжи, лезвие пилы, оленьи рога, одуванчик, пропеллер, салфетку, манекен, гантель, кальян, а вот ожерелье из жемчуга, вазу с розами и чашку, выделенные желтым, просто так нам с вами не найти. Ну что ж, давайте будем искать. Сначала кину картинку взглядом. Клубок пряжи, лезвие пилы,
оленьи рога, одуванчик, пропеллер, салфетка, манекен, гантель и кальян. Так, что я уже нашла? Я нашла... Что это такое? Ваза с розами, чашка. Это ручка от чашки? Может быть, от этой чашки? Да, действительно, от этой чашки. Так, клубочек. Клубок пряжи, вот же он. Почему он не нажимается-то? А, может быть, вот этот клубок пряжи? Да. Клубок пряжи, лезвие пилы, одуванчик, оленьи рога, пропеллер, салфетка, манекен, гантель, кальян. Кальян вижу. Ваза с розами, ожерелье из жемчуга. Вазу вижу, не вижу розу. Красивая ваза. Давайте подправим ее немного. Где можно найти цветы? А вот, посмотрите, за статуей Будды цветы. Давайте установим их в вазу. Вау. И все на своих местах теперь. Так, ожерелье из жемчуга. Я вот вижу здесь ожерелье, но оно из камней, не из жемчуга. Пропеллер, салфетка, манекен, гантель. О, манекен вижу. Посмотрите, вон там вот его спрятали. Так, пропеллер. Вот он, за самоваром. Салфетка, гантель, ожерелье из жемчуга. Ключик. От чего? От шкатулки? Да, в шкатулке пряталось ожерелье из жемчуга. Ха, а вот это что? Это... А, это какой-то листик. Я думала, это салфетка. Так, салфетка и гантель. О, вот же она! Посмотрите! Вязаная крючком или спицами салфетка. Такие очень любили наши с вами бабушки и мамы. Раньше в советские времена было как бы принято украшать все поверхности такими вязаными салфеточками. А вот она и гантелька. Мы нашли вилку. Вау. А зачем нам? А зачем нам вилка? Объясните мне кто-нибудь, пожалуйста, будьте добры. Так, ладно. Так, вижу конфетку 1, вижу конфетку 2. Это что такое? Да, это маленький желтенький мишка. Так, что еще можно здесь рассмотреть? Какая странная стена. Да уж. И рядом с ней конфетка, посмотрите, еще одна. Я подозреваю, что подвальное ограничение папы частично зависит от этой стены. Это странно, и это будоражит. Предвкушаю, что узнаю много больше по мере развития этого приключения. Странно. Да, действительно, странный подвал, в котором есть вот такая вот странная стена. Какая интересная стена, и почему на ней тыква? Стоит задуматься. Я никогда не был здесь раньше. У этого мальчика папа каждый Хэллоуин что-то делает. Имеет в подвале вот такую интересную стену. Инструменты папы всегда запираются. Заперто. Я должен найти ключ. А у нас нет ключа, да? Да, у нас с вами нет ключа. Хорошо. Так, что еще у нас здесь с вами есть? Все, да? Жак Ширас, Кьенти Алигьери, Пиночет, Мэрилин Мерло, успешный открыватель, знаток вин. О, я еще одну заслугу получила, котятки, знаток вин. Изучены все винные марки. Теперь наш главный герой – профессионал в этом деле. Так, слушайте, давайте заберем тогда книгу. Я не знаю просто, что нам нужно. Мы должны... дать полежать ей здесь некоторое время. А какое время? А что нам тогда дальше-то делать? Вилка, пинцет. Листья одуванчика. Я просто не понимаю тогда, что нам здесь нужно делать дальше, котятки. Это мы явно сможем только разрезать чем-то. Вилка. К чему вообще вилка? Здесь нам нужна лопата. На втором этаже у нас там карта, мишка, подушка. А, еще часы вот здесь вот у нас с вами были.
1, 2, 3 часа, 4 уже много. Вы должны завести меня. Заводной ключ отсутствует. А где он есть, заводной ключ? Я думаю, папа там. Я не должен рисковать. Нет, я не понимаю, котятки, пока что мне нужно делать. Так, мне подсказывают, что нужно идти наверх. А, может быть, здесь я могу вилку использовать? Деревянный брусок. Ничего себе, какая грубая поверхность. Песочная древесина? Смешно. Так, а может быть, наждачку тогда использовать? Нет. Ничего себе, какая грубая поверхность. Песочная древесина? Хм. Так, нет, мы с этой вещью ничего не можем сделать. А если применять их друг к дружке, мы тоже не можем. Нет, скорее всего, наждачную бумагу я предварительно должна каким-то образом разрезать. Но каким? Это что у нас такое, кстати, котятки? Подсвечивалось тут. Ай! Лампа горячая. Невозможно взять голыми руками. Так, давайте пинцетом попробуем. Заводной ключик. Вот! Вот где мы с вами все пропустили, котятки. Просто мы с вами не все исследуем как положено. Опять же, напоминаю, что в этой игре надо все внимательно рассматривать. Я пропустила лампу и, соответственно, застопорилась. Полночь — роковое время, будто скрытый драгоценный камень. Переместите двойку сюда, а десятку туда, и получите третью позицию. Двойку сюда. Какую двойку? Куда-сюда? Полночь — роковое время. Двойку сюда, а десятку туда. Куда? Эту куда тогда? Так она вообще ко всем буквам подходит. А что мне нужно-то? Я понять просто не могу, котятки. Ой, а здесь я уже не могу взять, посмотрите. О, могу 10 еще брать. Девять, десять. Здесь 11 было. Здесь все правильно же у нас стояло с вами. Я не понимаю эту головоломку, котятки. Один. Здесь все. Здесь стало все правильно. Двойку сюда, а десятку туда. У нас берутся все двойки. А куда мне их, эти двойки-то? Десятки одни остались. Оу! Ключ от чемодана мы с вами нашли. Ой, я, конечно, очень рада, что мы с вами нашли ключ от чемодана, но, честно говоря, я вообще не понимаю, что в чем был смысл этой головоломки, котятки. Кто знает, в чем смысл этой головоломки, пожалуйста, мне расскажите, потому что я просто наугад расставляла циферки. Вау, мы нашли с вами лопату, и мы получили бэк-инструмент. Используйте его часто, тем самым вы будете повышать его уровень умения. Вы многого можете достигнуть с ним. Важное замечание. Некоторые инструменты извлекают пользу при каждом новом применении. Обнаружите все эти возможности.
вау, у нас с вами появился бэкпояс, и здесь есть ножницы. И я, кажется, знаю, что мы можем сделать ножницами. Ну-ка, комнату родителей. Отлично! Мы с вами нашли каменного паука, котятки. Воу, это круто! Так, лопаты, я тоже знаю, что нам нужно делать. Давайте перейдем к фонтану. А мы нашли каменную кошку. Вау! Только куда все это применить? Поставить все это горгулье? Ножницы. Слушайте, а если разрезать наждачная бумага? Да, мы, кстати, с вами ножницами разрезали наждачную бумагу. А что нам это дало? Слушайте, может, сейчас мы сможем этот брусок обтесать? Теперь готово. Для чего? Вы должны были спланировать заранее. Мы, возможно, разрушили совершенно отличный деревянный брусок. Но давайте придерживаться плана. Какого плана, я не знаю. Какого плана-то придерживаться? Котятки. Не знаю, короче, какого плана. Так, тем не менее, так, дневник. Что вам скажет про ножницы? Каждый настоящий авантюрист сталкивается с препятствием на своем предприимчивом пути. Некоторые из них просто обыкновенные инструменты для достижения определенных целей. Но другие, о, другие. Бэк-инструмент — это те инструменты, которые совершенствуются вместе с вами. Слушайте, круто! Это обалденно, здесь еще можно инструменты прокачивать. Так, что, пришло время освободить. Пришло время освободить эту статую. Вау. Эти фигуры кажутся странно знакомыми. Да, потому что... у меня... они есть в инвентаре, котятки. Кошка. Тыква. Паук. Рычаг. Интересно, что он делает? Ну, здесь ничего не происходит. Колесо для хомячка? Это звук. Он идет из подвала. Вау, мы что, сейчас с вами должны побежать в подвал? И что? А, тут посмотрите, что-то светится. Вы нашли клей. И мы с вами нашли мешок. Какая странная стена. Мешок, клей, колесо для хомячка. Я пока не понимаю, что нам со всем этим делать, котятки. Нам говорят, что надо пойти куда-то наверх. Клей. Мешок. А что мы должны тут сделать? Что-то склеить? А, тут же был у нас с вами глазик, который мы тоже можем отрезать. Будем надеяться, что принцип глаз за глаз не получит широкого распространения среди головоногих. У вас теперь начальный уровень умения по этому инструменту. С этого времени вы можете использовать его с приобретенными возможностями. Важное замечание. Некоторые инструменты извлекают пользу при каждом новом применении. Обнаружите все эти возможности. То есть у меня улучшились ножницы. Это круто. Слушайте, а что теперь, если вот эту как бы линзочку вставить вот сюда? Что это? Что происходит, котятки? Вау! Если вы читаете эти строки, то, вероятно, со мной что-то случилось, а также значит, что Хэллоуин снова отменен в городе Дерн. Я абсолютно уверен, что мне следует прибыть в Дерн, найти достаточно мощные средства для разгадки этого феномена. А если не получится, то оставить подсказки для моего преемника, с тем, чтобы он закончил начатое мною дело.
Несомненно, одно. Хэллоуин должен жить. Почти полночь, и у меня мало времени, чтобы долго думать. Путь к миру Хэллоуина и решение вопроса празднования находится по дороге в Дерн, эпицентре событий. Уже сейчас известно, что разгадка кроется в заброшенном доме на окраине. Я уже обследовал его и нашел мел с поразительными качествами. Я буду тестировать его в своем подвале. Желаю себе удачи. Кто оказался прав? Некоторые подсказки могут быть рядом. Держите глаз острым. Текст, кажется, отличается. Это просто уловка. Еще один. Сюжет закручивается. Диккенс? Эта книга довольно двулична. Так, луна изменилась на тыкву. Что еще у нас с вами есть? Текст поменялся. Магия непробиваема. Слушайте, очень круто. Почему мой отец хранил эту тайну? Почему такие меры предосторожности? Что же произошло с Хэллоуином и почему мы не празднуем его? Столько вопросов и так мало умных маленьких мальчиков. Я чувствую, как мои пальцы становятся более ловкими. Я чувствую, что мои возможности становятся беспредельными. Поскольку мои навыки развиваются, мои инструменты становятся все более эффективными. Да, котятки, вопросов очень много, ответов все меньше и меньше. Но я думаю, что все ответы на вопросы, почему исчез Хэллоуин и как сделать так, чтобы его вернуть, мы с вами найдем в моем следующем видео. Поэтому, мои дорогие котятки, обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор еще этого не сделали, и нажимайте на значок колокольчика, чтобы не пропустить видео, когда они выходят на моем канале. Также ставьте мне лайки, пишите мне комментарии, пишите мне, что вы думаете по поводу этой удивительной и очаровательной игры, поистине волшебной. Ну а для тех, кто хочет поддержать меня донатиком, то в описании к данному видео имеются ссылочки, пройдя по которым вы также сможете меня поддержать и таким образом тоже. Ну а я вас всех поздравляю с наступающим Хэллоуином, надеюсь, если игра «Злые тыквы. Пропажа Хэллоуина» зарядила вас подходящим настроением, и вы теперь готовы творить различные поделки, готовить различные вкусности и придумывать себе костюм с удвоенной силой. А я с вами прощаюсь до новых встреч. Как всегда, рекомендую вам смотреть только полезные и качественные видео, играть только в хорошие игры. И всем пока-пока. Всем мяу!